Как появляется бутылка и откуда берут воду? С такими вопросами на завод пришли юные экскурсанты. Но прежде чем зайти в цех, нужно облачиться в спецодежду и надеть наушник с аудиогидом. Без него никак. Вот так вот у нас происходит процесс изготовления бутылок. Вот так вот она выглядит. Заготовки. То есть это будущее бутылка. Сама заготовка называется преформа. Чтобы получилась бутылка, в печи ее раскаляют до 110 градусов. Затем в готовую тару разливают из 5 скважин уже очищенную и ионизированную воду. Процесс автоматизирован, но операторы следят, чтобы все прошло без сбоев. На предприятии говорят, что в открытости заинтересованы. Потребитель смотрит сам, как это все производится. Когда это закрытая информация, когда это не видно, да, то все равно какие-то у людей есть сомнения, как всегда. А после экскурсии ребят, помимо новых знаний, ждали подарки, а самое главное – эмоции от увиденного. Вы придете к нам еще? Да! А работать к нам придете? Да! Профориентация – одна из задач промышленной недели. Маленькие экскурсии на заводе проходят давно, а вот в масштабах промышленного туризма они еще новички и перенимают опыт у коллег. Например, в Тюмени дети узнали, из чего делается стеклянная бутылка, в чем секрет ее цвета, и прямо с конвейера забрали себе по сувениру. Промышленный туризм, он один из самых привлекательных в этом смысле. А самое главное, что не нужно ехать куда-то в тайгу, они все находятся в основном рядом с городом. Здесь минимальные затраты. На Ямале промышленная неделя завершится 22 марта. Ее открыл нефтегазовый форум в Новом Уренгое. Но одна из задач – показать, как работают и развиваются другие производства. Многие из них получают поддержку из бюджета округа, в том числе кредиты по ставке нижерыночной, компенсацию части затрат на покупку оборудования. Также можно зарегистрироваться в качестве резидента арктической зоны с целым рядом дополнительных льгот. Илья Михно, Денис Новиков, Максим Терентьев. Программа «Время Ямала», Салехард, Тюмень.